Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы продолжаем с вами проходить игру, которая называется Vanquish. В прошлой серии, как вы помните, я сам себя взорвал, минируя стены. Надеюсь, в этой серии такой ошибки не повторится. Ну что же, ребята, продолжаем. Так, голосовой чат, но это нам все не нужно. Поехали. Ага, мы начинаем с сопровождения нашей машины поддержки. Да-да-да, это я помню. Так, иди отсюда. Стоит тут, а? Ёлки-палки, да какого фикуса меня опять тут... Отлично получилось. С дробовика под сраку, самое то, что надо ему. Так, ну что, ребята, давайте этих добьем, сосунков здесь. Отлично. И теперь мне надо опять же идти и минировать эти стены. Лишь бы не было вражин тут поблизости. Погнал, короче, я, да что такое, застрял. Так, вот здесь первая, и на втором этаже у нас будет вторая мина. Так, отлично, заминировал. Вот лесенка, поднимаемся по ней. Так, здесь кто-то должен стоять. Черт подери, таких раньше не было их здесь. Ладно, разобрались. Здесь за турелью, по-моему, стоял в свое время тоже один, но почему-то его нету. По крайней мере, тишина. Ах ты, елки-палки, тут три этажа, оказывается. Вот он стоит все-таки здесь. Готовченко. Теперь, ребята, минируем и сматываемся как можно дальше. Йо, а это что такое? Все совсем по-другому, не так, как в той серии. Ладно, фиг с ними. Так, взрывчатку установил. Отлично, теперь сматываемся отсюда как можно дальше. И, естественно, будем это все взрывать. Так, интересно, хватит? Нет, давайте подальше все-таки уедем. Да спрыгивай ты, елки-палки, отлично. Все, я думаю, можно где-нибудь вот здесь вот доядрить тебя на корень. Все, я тебя понял. Все, взорвали, продвигаемся далее. Что такое? Она видит какие-то цели, да? Вражеские впереди. Я пока ничего не вижу. Вроде тут все чисто. Нет, летит какой-то корабль. О, не-не-не-не-не-не-не, только не это. Только не эти роботы опять. Ё-моё, блин. Черт, они сейчас будут атаковать нашу технику. Так, ну этот взорвался, это хорошо. А этих надо бомбить, ребята, бомбить. Давайте я их буду глушить, а вы, солдатики, шмаляйте по ним, что есть мощи. Там еще и киборг с ними, блин. Черт, чем бы их? Вот давайте этой палить пушкой. Хоть она мне и не нравится, но выбора нету. Я хоть дамаг вообще какой-нибудь наношу, нет? По ходу дела вообще ничего. Елки-палки, все ближе и ближе. Че-то они заряжают тут. Блин. Да стреляем и стреляем. Только ничего не помогает. Сейчас активируется. Ёлки ты палки. Тачка. Надо прикрывать тачку, блин. Я уже не знаю, чем пулять, чем строчить. Ничего не помогает. Да я слышу тебя, Бёрнс. Да хорош ты, ёпрст. Мне без тебя и так херово, блин. Что ты тут над душой? Блин, совсем немножко осталось ХП у нашей машины. Так, этого киборга надо сносить как можно скорее. Иначе он добьет просто-напросто нашу машину. Да, конечно, отлично, блин. Встал он, еще не добили его. Ну, ну давай ты уже, сдыхай. Да ё-моё, все, молодцы, ребята, добили. Надеюсь, больше никого впереди не будет. Так, дай-ка я гляну, Бёрнс, что тут у меня за оружие лежит. Снайперская пушка. Ладно, пригодится. По крайней мере, 10 патронов, она целая еще. Так, а здесь у нас получается тупик. Может быть, мы для этого машину спасали, чтобы она нам пробила проход? Ну-ка, сейчас мы заценим, что здесь происходит. Да, здесь, ребята, нам не пройти, это однозначно. Так что будем ждать, наверное, подмогу. Скорее всего, они сейчас с машины прочистят нам путь. Давайте посмотрим.
Все стоят здесь. Что? Что происходит? Ну, здорово, блин. Завалило машину. А, нет, не машину, ребята. Завалило проход. Отступаем. А, вот, все-таки так оно и есть, ребята. Все-таки мы пробили себе путь этой тачкой. Да все нормально, Берс, не очкуй. Как-нибудь прорвемся. Что он мне тут рассказывает? Опять какие-то байки из склепа. Подождите, ребята. Тут активная какая-то аномалия, да? Ага, отметила нам какой-то лифт или двери у здания. В общем, ребята, акт 1, миссия 7. Продолжаем мясорубку. Что это у нас здесь такое? Ракетная. Ага, ракетница. Да черт тебя, не пройти здесь. Ох, ничего себе, это он. Мужичка-то у нас покромсал. Ядрить его на корень. Так, ребята, смотрите, тут два киборга плюс мелкие эти засранцы стоят. Надо здоровых сносить. Черт, я думал, сразу убьет. Нифига. Так, один есть. Где-то там второй должен быть. Не вижу нифига его. Ладно, давайте мелкого грохнем. Эй! Снаряды кончились. Вообще замечательно. На-ка. Так, подождите. Снайперка все-таки рулит. Что ты там ныкаешься, а, гад? Ну-ка. Блин, не попаду. А вот здесь нормально. Ну что, вроде бы как... Нет, вот еще один. Теперь все вроде бы. Можно продвигаться. Так, опять эта вспомогательная ихняя тарелочка прилетела. Сейчас будет высадку делать, да? Или нет? Holy shit. Что такое? Так, этого снесли. Что такое вообще происходит здесь? Я не понимаю. Пока ничего особого нету. Так, диск лаунчер. Давайте берем. Оу-оу-оу-оу-оу, хорош, хорош, ребята. Так, надо срочно тут их всех подчищать. Ё-моё, опять с ними идет киборг, блин. Какой нахрен-то киборг? Какой-то пришелец, блин. В броне, блин, так скажем, а не киборг. Так, ребята, надо... Оу-оу-оу-оу, это что такое? Что такое новое какое-то... Ё-моё, ребята, вы видели? Дрон Камикадзе, блин. Он подошел ко мне, точнее, подбежал или что там сделал, и взорвался. И побежал, смотрите там. Вот как раз за эту хрень. Ладно. Где тут враги? Так, костюмчик мой восстановился, это хорошо. А куда идти-то мне? Лазер. Неинтересная пушка, такой вроде бы у меня еще не было. Я не могу понять, указывают сюда, но здесь ничего не происходит. И сделать я ничего не могу. Странно. Так, подняться я тоже здесь не могу. Так, а что ж тогда мне делать надо? Неужели тут надо сделать зачистку? Да, взял тоже, блин, эту фигню. Она мне не нравится. А, тут нету зарядов. Во, я камикадзе, а. Да добейте вы этого говнюка мелкого, блин. Да, ребят, с патронами у меня вообще хреново. Да и оружие у меня дерьмовенькое. Что-нибудь подходящее-то где-нибудь есть? Шотган тоже не лучше. Так, вот ящик, ребята. Надо посмотреть, что в нем. Так, это понятно. Заряд для чего только не врублюсь. Наверное, для костюма. Хэви Мишинган. Вот это вот уже будет, наверное, получше, ребята.
Все. Пока я спокоен. Ты смотри, что они творят, а? Блин, в рукопашку они, конечно, дают Джазу. Но, тем не менее, мужичонка за себя смог постоять. Так, ребят, давайте этого подлечим, потому что у нас каждый солдат на счету, и мы не можем ими так просто разбрасываться. Так, проходим с вами контрольную точку очередную. Ничего я не получаю. Впереди какая-то пушка лежит. И задание у нас активировать тяжелый лифт. Не нужен мне этот дисклаунчер. Этот тем более мне не нужен. Heavy Machine Gun у меня есть. Так, ну что, ребята, активирую теперь я лифт. До этого я не мог, по ходу дела, из-за того, что все-таки были враги рядом. Так что теперь все спокойно. Но я чувствую, гладко, чисто здесь мы так просто не подымемся. Стопудняк, что-нибудь сейчас произойдет. Или лифт сломается, или... Что происходит? Ничего особого. Просто... Просто нужно немножко подождать. У нас компания, ребята. Так, элиминат... Короче, уничтожить вражеские цели. Где они? Вау, вау, вот они. Ё-моё, блин, ну. Да что за пуха у меня такая, а? Да попади ты хоть немножко-то. Перезарядка вечно не вовремя, блин. Да сдохни ты уже. Отлично, отлично. Чисто, да, чисто, везде чисто. Все нормально. Что далее? Что делаем мы дальше? Так, приехали, кажись, да? Можно взламывать, все в порядке. Отлично, взламываем. Понятно. Остановить вражеский транспорт какой-то. Акт 1, миссия 8 у нас, ребята. Пока не могу понять, что тут происходит. О-о-о-о-о-о, тихо-тихо, парнишка. Ёлки-палки, новый вид какого-то робота. Ну, вроде бы пока нормально разбирается. Да хорош ты уже, блин, а. Почему все, весь дамаг... Че, то в танк, что ли? Нет, показалось. Я думал, что он трансформировался в танк. Опа, на. Что тут у нас? Елена, у них профессор. Так, Сэм, его нужно спасти. Значит, у меня цель спасти профессора Кэндида. Я попробую, ребята. Да что ж такое, да елки ты палки, сколько их тут, а? Так, апгрейд впереди, да, до него, пожалуй, добежишь, блин. Вот это самая хорошая бомбочка, да, которая их просто парализует. Так, профессор там практически... Практически я его освободил. Вау, 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 а это что такое? Прилетел шаттл какой-то специальный. Ага, ребята, смотрите, они похищают профессора. Давай, 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 Гидеон, давай, спасай. Да я с тобой согласен. Опа-на. А это у нас еще кто тут? Нет, только не говорите, что босс. Какого хрена тут происходит? Вау. Отлично. Хрен там отлично, ребята. Ага, это Виктор Зайцев. Зачем тебе нужен профессор Кэнди? У меня насчет него свои планы. Отлично, значит, они хотят, я больше чем уверен, получить разработки этого костюма. Ну-ка нафиг. Черт тебя подери, а. Бёрнс, прикрывай меня, прикрывай, пока я там прихожу в сознание. Давай, 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 Сэм, Сэм, вставай. Все. Я так понимаю, это босс, и мы с ним будем сейчас драться. Фух, понеслась.
Богий. Почему его звать Богий, если это Зайцев? Фу, да он какой-то ватный, ребята. Ну-ка. Черт побери. Да, у него преимущество, ребята. Он... О-о-о-о-о-о. Да почему я не могу отсюда... Выйти, блин. Встал там за укрытием. Дискланчер, наверное, мне не нужен здесь. Вот снайперка пригодится. Где он тут? Где летает этот Зайцев? Так, что здесь у нас? Лайфган. Ладно, посмотрим. Я его пока не... Вон он, гад. Да что такое? Все мне мешается на пути, а? Где, где? Надо его подбить. Неплохо двигаешься, сынок. Да я так... Воу-воу-воу-воу, тихо, 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 Сэмыч, тихо. У тебя костюмчик-то уже на исходе. Так что будь аккуратней, браток. О, нифига себе. Как он меня обнаружил, гад. Чё творит, блин, чудило. Надо сматываться, ребята. Хотя нет, восстановился я, все нормально. Если это можно назвать, восстановился. Я спрятался. Фига он там шпарит. Ну, практически пол хп я ему снес. Точнее, мы. Потому что мы тут командой все-таки орудуем. Где он там прячется, а? Вот он вылетел, ребята. На-ка, выкуси, урод. Блин, мимо, она слишком медленная. Да, пушечка, это, конечно, не для него, это однозначно. Черт подери, мне даже спрятаться некуда, а? Чем он таким стреляется там, а? Во-во-во. Нормально. Так, надо его, ребята, подбить, чтобы он упал. Когда он на земле, можно его добивать, в принципе. На-ка, гад. Ха-ха-ха. Не нравится, я смотрю. Отлично. О, у него меч. Он с мечом, оказывается. Тихо. Успокойся, парнишка. Тихо-тихо, нихера он там запулил. Да на, ты выкуси, блин. Так, сколько у меня? У меня ни хрена не осталось зарядов. Давайте попробуем с лайфгана. О-о-о, тихо, это что такое? Е! Нормальная махача. Кто кого переборет, да? Я кулаками, он мечом. Опа. Недурно, недурно, Сэм, ты меня порадовал. У тебя все-таки есть козырь в рукаве. Нет, нет, только не говори, что ты улетаешь. Наше дело еще не закончено. До свидания. Американцы ничего не знают, кроме слова «до свидания» по-русски, блин. Ну еще здравствуйте, наверное. Да, ребята, упустили мы, конечно, цель. Обидно. Контрольная точка, сохранение. Но мы с вами продолжаем, продолжаем играть. It didn't come up. So this is a rescue mission for you two. Да, наша основная цель теперь спасти профессора. Not when we're on the lines together. I need to know everything you know. Elena and I do not fall under military jurisdiction, Lieutenant Colonel. I think what you're trying to say is... Опять у них какие-то тут нелады. Че, можно взламывать? Ну давай. Опять мы куда-то, ребята, поднимаемся. Или опускаемся на этот раз. Нет, поднимаемся. И тишина. Гробовая. Все молчат. Что такое опять? Ага. Указывает мне следующие цели. Так, мы поднимаемся, ребята, на поверхность. На какую-то платформу, и впереди у нас будет цель. И цель это какое-то метро, что ли?
Ладно, сейчас посмотрим. Метро так метро. О, смотрите, как классно. Город видно. Все, прибыли. Опять зачистить базу от врагов. Что это такое? Бутс, машинган. Это что-то новенькое, ребят, такого я не помню. Ох, ничего себе, нормально так строчит. Тихо, тихо, ракеты. Точнее, это были, блин, гранаты. Но тем не менее. Вот так вот. Ха-ха-ха. Вот это мне нравится. В замедлении крошить этих ребят — это самое милое дело. Но мне не нравится другое, что костюмчик у меня уже барахлит. Ё-моё, ребята, вы увидели? Я только сейчас краем глаза увидел, что эта мелкая камикадзе ко мне подскочила. Надо быть начеку постоянно. Сейчас, по-моему, я погибну тут. Можешь ты присесть или нет? Ох, а это что такое? А, вот они, ребята, эти жукороботы, которые воздвигают стены. Смотрите, они еще и лазерами бомбят. Выходим, выходим, ребята, надо бомбить их. Смотри, что делают, а. Встают, отстрелялись. Давай вот этого. Отлично, теперь следующего. Нормуль, все, отстроился, гад. Ну, я так понимаю, еще двое там стоят. Ага, можно и так, когда он стреляет, отлично. Будем знать. А ты смотри, какой гнида там стоит сверху, блин, бомбит. Ладно. Давайте-ка этого вот тут, вот он. Тихо. Чуть-чуть бы по мне лазером бомбанул. Машинган. Отлично. Так, давайте, наверное, взламываем. И заходим уже внутрь. А вот по... Нет, я думал, что это и есть это метро. Ничего подобного. Опа-на. А тут-то что? Два танка стоят. Значит, у нас... Так, Бёрн, что такое? Ё-моё, заваруха опять. Да на эти гады. Надо где-то здесь пройти. Тут протиснуться нельзя, блин. Уничтожайте цели, кричит Бёрнс нашим солдатам. Да я уже, в принципе, понял. Да что такое, слишком мощная атака была. Так, ребята, впереди какой-то щит, я так понимаю, да? Через него мы не пройдем. Тем более просто так. Надо как-то его взорвать. Или убрать. Выкуси-ка тоже, гад. Смотрю, там... Че так? А что произошло-то? Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока.